Заслужений майстер спорту, заслужений тренер України, багаторазовий чемпіон світу з академічного веслування. Віктор Потапенко в нашій студії. І ну, після роботи в Сполучених Штатах Америки ви все ж таки повернулися сюди, в Україну. Зайнялися підняттям, в принципі, спорту нашого. Ну, спорт – це, так мовити, соціума, така частина дуже важлива в нашому житті. І як воно вам зараз? Ну, получилось так, что я приехал сюда, так я ездил, работал в Америке 8 лет. И я наездил, ну, олимпийских призерей выехали для да, них. Да, я ездил там, туда, да. Ездил все время. Работал в клубе, а не национальной. Я сначала начал так, национальной сборной, помогал своему коллеге, тренеру, такой знаменитый тренер Игорь Гринько. Вот. А потом там встретил коллегу, который открыл клуб, и говорит, я с детьми работаю, и вот было бы здорово, я бы там и платил бы там более нормально, так как в Украине тогда было $30 зарплата, и я бы, говорит, мог бы и в этом плане бы решить так проблемы. Там, трошки такие. Больше 30. И мы так переговорили, да, а потом я забыл об этом. И эта подготовка была к Олимпийским играм 2000 года, я уехал домой, а коллега поехал мой на Олимпийские игры. Там шестью командами, мы сделали 6 лицензий, выиграли тогда, что мы с ним готовили, 6 команд. И потом он мне звонит, говорит, я взял билет тебе, я уже расслабился, не думал туда ехать, и я поехал с 1 сентября, там ну, клуб там небольшой, он открыл клуб, это дети, я думаю, сюда, я начинал с детьми. У меня эта команда, которая у меня была, я начинал с детьми, для меня это, я люблю работу с детьми, мне интересно, когда они растут, все на глазах, это тут, здорово тут просто. Дитячий это, тренер, это все-таки да, поклик. Я думаю, что каждый тренер должен, если да. выйти на самый высокий уровень, то начинать работать с детьми, потому что, я знаю, немцы, они просто не берут тренера старшего, главного, если не работал с детьми. Потому что как ты можешь готовить людей, думая о том, какой ты был, а это люди разные, надо знать. И должна быть какая-то наработка. Как врач, который, готовил там, который работал врачом уже много-много лет, он там терапевт или другой там в области, там вот квалифицированный. Он специалист в своем деле. Чтобы быть специалистом, надо проработать много лет с детьми. Підходимо до дуже 10 важливо. Лет, я думаю, надо проработать, щоб можна було возглавляти какое-то отделение. Порівняйте ж роботу з дітьми у нас, ну, в академічному веслуванні. В яких умовах тренером дитячим доводиться працювати у нас? Ну, это вообще даже порівняйте. Стыдно говорить. У нас же инвентарь раньше мы брали в Латвии, там был завод, сейчас так, его нету. И старый инвентарь остался, мы уже сколько? Больше 20 лет. И мы старые лодки восстанавливаем, тренера клеят их, покупают за свои деньги, все, потому что в школах денег нет вообще на развитие, а тем более на ремонт, на все это вообще фантастика. И тренера, фанаты, энтузиасты покупают все за свои денежки и клеят, стоят, ага. как сами, как мастера там. И, ну, такая жизнь, да. Я в Америке был, когда я тоже там, чтобы заработать деньги, и лодки клеил, и с утра до вечера работал. С 6 утра до 8 вечера, каждый день. Ну, там просто клуб забезпечивал всем уже инвентарем, а вы уже были подсобным. Ну, тут интересно, что сказать. Вот американская система, там вот задорно высмеет иногда американцы, ну, они такие там. Но задорно они такие простые, им не надо думать. У них все программа работает государственная. И он, конечно, расслабленно идет и знает только свою работу. А мне же надо так. думать, как мне это, то, 10... моментов, как то машину то, заправить, вырвал, где так. машину, это, потом эти дети, потом а мне добираться. А бензин там. На чем он там ездит? Это ж? Я вся работа зарабатываю почти на бензин. Они говорят, так не езди, ходи пешком. Да. Ну так я думаю, дай мне сколько мне жить, там, я же не молодой, пусть я себе хоть буду ездить, так я езжу, там уже не считаюсь ни с чем. Там. Уже я не знаю, как там. Ну, ви дальше. Зробили винахід, я думаю, знаєте, шановні телеглядачі, порівняти що? Винахід Віктора Потапенка з винаходами наших вчених, які приносять ліцензії, дають і щось приносять державі вигоду матеріальну. Так от, тренажер унікальний для всіх видів спорту, особливо для складнокоординаційних і для важкої атлетики, боксу і веслування, звичайно. Ну, скажімо, умовно кажучи, для людини, яка ще не розуміє, про що йдеться, ви можете підняти 50 кілограмів над собою завдяки тренажеру Потапенко. Ви 300 кілограмів і будете з ними працювати. Ну, це отакі секрети. Держава підтримала. Щось ви маєте з того? Ну, ні, чесно, я почав спочатку, я ж почав працювати там, як би...
старший тренер по всем видам спорта олимпийским, да, и у меня это вот два направления было, это силовые тренажеры, значит, локальные, да, для всех видов спорта и запатентованные. И вторая часть это функциональная подготовка, это пульсовые режимы, у меня специальные таблицы, это мои все таблицы, я, потому что начинал с этого как тренер, и в Америке я усовершенствовал. Здоровье систему. Нации, вот будем говорить и так, ну и еще. Вот. И вот коммерции, и когда я начал здесь работать, у меня и мысли не было, что можно деньги там зарабатывать или запустить это все в коммерческую основу. А мне важно было, чтобы что-то сделать для спорта. Мне это заманчивая идея была, когда мне Костенко предложил по всем видам спорта возглавить вот это Дима Михайлович направление. Костенко был министром спорта. Николай так. Павлович, да, профессионал да. сильнейший. Это. В колишнем велогонщик сам. Угу. Вот. И он сразу ухватил это все дело. И вот мы так все это проговорили. Но долго сидели. Он, а как вы видите, я ему это все рассказал. Да, было бы здорово. Ну и говорит, я все сделаю, чтобы вы работали здесь и все, что надо. Ну, все сделаю, конечно, денег это не касалось, потому что зарплаты у нас, ничего тут не может сделать. Но я думаю, я не бедный, я думаю, уже заработал. И мне это, конечно, привлекло сильно. Психология поднять, наших людей. Поднять да, Украину, да, да. да, здорово, все. Я начал работать, вот, придумал эти тренажеры, запатентовал там. Начал популяризировать их. И в какой-то момент там коснулся гребли и понял, что если я вот сейчас возьму команду и сделаю восьмерку на Олимпийские игры, это будет больше пользы, чем пока я на многие годы уйду в развитие этих тренажеров. Ну, в окремых выделить тренажеров, да, так. Да. Вот. Ну и так дальше. Там много можно рассказать. Зробили вишенку. Да, вона... проводил тренировку, провел у Дерюгина, ей понравилось. Там чисто пульсовые режимы. И о силе мы говорили много. Вот. Провел по борьбе вольную Савлохова. Руслана тоже хорошо пульсовые. Национальная олимпийская сборная. Национальная, это старшие тренера, да, очень талантливые да. тренера, да, и они сразу понравились, ухватили за это дело. Президент федерации тоді да. важкої атлетики з Писаренком, я знаю. Да, Писаренко, когда тренажер, он так разнервничался, он выгнал из кабинета. Якби я знал цей тренажер, він тоді його рекорд. Он говорит, так я мог 300 тут бы, я говорю, так, я сказал, а я сказал, вы могли бы 270 развить, у него мировой рекорд был 265. А он говорит, я бы 300, я говорю, хотел сказать 300, но думаю, сказать, что сумасшедший, да запросто могли бы работать. Бачите, що у нас є, який людський потенціал в нашій країні. Цінується він чи ні, ну, ми, це таке спірне питання. От ви послухали громадського діяча, яка юрист кваліфікований дуже, розклала по поличкам те, що у нас відбувається, що мало б відбутися за ці два роки нового вже уряду після Майдану Гідності. Ну, от, екстраполюючи на себе, на таких, як ми з вами, щось є оптимістична нотка в тому, що... Ну, мне бы хотелось, вот я так не верю в это, если честно, да, но мне бы хотелось верить, потому что как жить без веры вообще нельзя. В спорте, если веры нет, то можешь и уже больше ничего не делать, потому что это на вере все построено. Вообще все в жизни на вере построено, да. Вот, поэтому это главный такой момент, это вера в тренера, это как параметры в спорте, как, допустим, формула победы, да. Одна из параметров – это вера в тренера и в то, что ты делаешь. И от так би політики по-спортивному, ну це брудна справа, і там у них віри в щось, крім... Ні, вони ж, як сказав Рабінович, там депутат, так. виступав хорошо, так. Он так чітко говорить, ну це ж люди торгують, раз торгуєш, то це все время считаєш прибыль, і все. Там не треба скільки денег. І сам Рабінович також, він такий... Я бачив по телевізору, так. Не можна сказати, що він не торгує так. Сам торгує, ні? Ну, не знаю. Ну він так сказав, і я думаю, ну так, да, так правильно ж він говорить, я вспомнив. Там фильм был один, там, значит, конец фильма, мужчина, женщина, аферисты там проводили там разные аферы, фильм так построен. Американский, прекрасный. Наверное, да. И он говорит женщине, а зачем ему надо было, там о ком-то говорят, такой же. Столько, у него же было достаточно денег. Она ему говорит, достаточно денег еще ни у кого никогда не было. Поэтому надеяться на то, что там где-то будут изменения, когда деньги приходят. И как Рабинович, вот мне понравилось, когда деньги в руках, и чтобы он взял и отдал это, кому-то эти деньги, да никогда в жизни. А это он из своей, выходит из властной психологии, у него такое было. Так. Ну это вот, я рассказываю, это то, люди, які, то, что смотрел здесь и видел. Яких мы брали на работу. Да, то, что смотрел и видел, так. Как происходит здесь все. Ну мне, конечно, хотя мне это, я вот хотел бы всем рассказать, и такой на весь мир, потому что тут Украина, и Киев особенно. Вот это Днепр, Матвейский залив, это стадион водный рядом спустился. Да нету такого. Идеальный. Да. Но уже идут слухи, что остров там распродадут, распродают, и уже коммерция, все гонятся за этими бабками.
за деньгами, и мало, вот сказал, достаточно, ни у кого никогда не было. И вот ты думаешь, а будет ли когда-то? А что ж тут придумать? Ну, работают же другие страны. Если Дания 90%, ну, если ты миллиард отмечаешь в ресторане, что ты сделал себе, так оставь 1 миллион и 999 миллионов отдай, забрать надо. Они, а где эти, говорят, вот там правый сектор, где же вы, так заберите, придите. Так нету никого, только это важно отвлекать народ на это. Вроде идет борьба, никого нету, никто не воюет, все боятся, сидят, напуганы еще со Второй Отечественной войны, после Сталина. Мама у меня все шепотом, уже сколько времени прошло, она же умерла покойно. Я говорю, мама, да говори громче, что ты, тихо, все, и уходи, не буду говорить. Настолько она... Вот это чувство страха, вот это чувство неуверенности сидит еще с тех пор, все в каждом, генетически, я вже думаю, наверное, да? Ну, от бояться, але крадуть, я скажу. Ну, украла, ви боїться, а ворує так, да? Так. Оно даже адреналін йде большой, коли воруєш, і адреналінчик йде, що боїшся. Ну, от як практик, тренер, який весь час з людьми. Дійсно, ми торкнулися найперспективніше наших дітей, майбутнього, здорового майбутнього. Ну що, як не спорт, що Матвіївська затока – це приклад для всього світу. Колись найкраща дистанція веслувальна в Європі, в світі. Куди воно дівалося? Ви кажете про забудову. Так, жадібні забудовники вже кинули око на Труханий острів. Це легені Києва. Це знов-таки та престиж нашої держави. Зробіть тут, трошечки вкладіть. Почистити бази. Ну, що таке веслувальні бази? В якому вони стані наші? Страшно. Прийняти ми можемо чемпіонат світу? Не приобретається інвентарь. Встановлюють лодки, старі, клеють. І при цьому ми ще ліцензії робимо. Четверка парна у нас, світовий рекорд в цьому році побила. Лучшая четверка за всю історію. І вже є люди, які на нього катять бочку там. Ну, звичайно. Розвалити. Є заздрість. Ну, зависть, так. Ось так в житті. Я не знаю даже. Ну, а дети, так мне просто жалко тех детей. Просто смотришь, они так. Все дети одинаковые, они все хотят. Да? В Америке вот как построено. У них, вот я расскажу интересный момент. Как по набору. Да? Приехали мы в школу. Да? А, по набору, да, чтобы набрать от клуба. От, не национального клуба, а частного клуба. Клуб открыл мой товарищ. Открыл там, да. И, вот. И поехали, значит, приезжаем в хай-скул, это старшеклассники, 9, 10, 12 класс. И вот у них идет набор начала учебного процесса. Приходят люди с middle school, со средней школы, зал, стоят 20 столов, сидят дети, оркестр, дети. И столы сидят, за каждым столом сидит представитель того или другого вида спорта. Там и танцы, там и все, что такое. Ну, все, так. 20 столов, ну, 20 спорта. Дети мають выбирать. Обычная школа, там где-то 800 человек, небольшая. Дети ходят, и вот кто привлекает там все. Мы привезли туда лодку, одиночку, весла, поближе к концерту устроились. И у нас записалось 30 человек. 30 человек, это очень хорошая здорово цифра, для клуба было, да. Потому что родители платят по 2000 долларов за каждого, за год, за каждого своего ребенка. И уже этот ребенок, вот к чему, он уже 5 раз в неделю после школы ездит, и родители привозят его, обязательно. Родители занимаются детьми, пока те не в колледж не уйдут, там уже все. Это очень важная деталь. Батьки. Родители занимаются детьми, и если есть возможность, но я думаю, что так находят они какую-то возможность, очень плотно детьми занимаются, причем дети мотивированы быть первыми, мотивированы быть в спорте, потому что если ты хорошо в спорте, поступаешь, упрощенный вариант, поступаешь в колледж, элитный колледж, там в Америке около 10, там все это, колледжи штук 200, наверное, там поступают или Ельский, или Харвард. Спортсмены имеют уже привилегии. Еще, так. Да. Вот звідки у них скільки олімпійських чемпіонів. І от уже психологія з дітства маленька. Я там написав на доске програму, і как бы, щоб мені менше було. 200 дітей у мене було. Я один это все делал. Там, это, работать приходилось с утра до вечера, с 6 утра до 7. Ну, так, подходит один, я раз что-то толкнул. Я смотрю, малый, так, говорит, Виктор, что мы делаем? Я говорю, ты что? Говорю, не видел, что доска там написана. Я говорю, как ты? Он так смотрит, перепуганный такой, вот, и все молча идут, и они там делают работу, пишут, у меня такие ячеечки были, туда заполняют, а как доктор, потом смотрю, и все так, все поставили, организовал, что проще было работать, опыт у меня уже был, потому что я с детьми начинал все. Вот так поставил, но приходилось очень много работать, с утра, просто нет свободного времени. Это вдячна работа, это же вы бачите результаты. У нас, наши ж дети, начебто, в США могут приходить безкоштовно. Не треба двух тысяч долей. Да, ничего не надо платить. Ну и что мы им даем? Бесплатно. А, ну,
Ну, сказать, что мы ничего не даем. Но мы даем им внимание, тепло, душу отдаем. Потому что работают сейчас фанаты. Тренера, да. Фанаты, сейчас не придет тренер, потому что зарплаты же никакие. У меня работает помощник, коллега, он получает 700 гривен. Говорит, Витя, он у меня на машине 2000 уходит. Я говорю, ты ж тренер. Смотри, ветеран, у тебя два человека, тренер, сейчас они у меня в группе, они сейчас если выиграют и станут заслуженным тренером Украины, то у тебя в жизни останется что-то. А что ты все бабки, ну будет у тебя больше. Ну вот так вот я, он слушает, он ездит. Житевая позиция. Он еще, чтобы ему прожить, он бегает в клуб, там пытается заработать, он в школе работает. Три рабочих. С утра до вечера, да. И еще смотришь, где бы кого-то подвезти на машине, чтобы тихонько... Ну, і діти не ображені, як то кажуть. Але все ж таки, от таких умов, як у тих дітей, яких ви виховували в Штатах, ну, роздягальні, душові, це, ну, будемо говорити чесно, хоча й на воді, але все ж таки, я сам знаю, як я починав займатися, ну, так вони, ці елінги, все лишилось. От у нас директор школи, продан Антон Сергеевич, ну, до этого я не видел, чтобы кто-то так работал. Я знаю здесь, когда я уехал. Вот людина новой формации. Новой формации, да. Он молодой, сам гребец. И он хочет показать лицо. Он волнует каждый день. Он сам стоит, там помогает. Там эти рабочие. Денег же нет у него, ничего. Так, так, вообще так. Денег нет. Все на особистости. Все на энтузиазме, да. И он поменял окна там в этом зале. Там, ну, много работает. Эйринг сделал. Ну, и вот все своими силами, и база, эта база уже центральная для сборной Украины, а не было такой базы, и вот он ее делает, и все без денег. Ну, это не зенит, я бы сказал. Немного, да. А вот сейчас вот сбор идет, сборная, да. И сейчас денежки на питание пошли, а на базу, что тренируется, ничего. Он говорит, что там что-то ж коренту какую-то дали, я говорю, да нету денег, вот еле-еле только что продержать спортсмена, только на питание. Но нельзя так относиться к спорту. У нас не будет спортсменов. И идет все хуже и хуже. Еще оттуда какая-то часть вот на Олимпиаде выступала. А идет все хуже и хуже. Ну, потому что нельзя преодолеть эти препятствия. Не потому что не хотят. Бесплатно готовы работать. Энтузиасты, любители. Люди вот по совести хотят в жизни что-то сделать. Да? Чувствуя себя людьми. Вот чувствуя себя людьми. Подтримать этот энтузиаст. Вот я все время говорю, как если ты человек, и у тебя столько денег, а люди, пенсионеры там выбрасываются из окон. Жрать нету ничего. Понимаешь? А ты бабки пакуешь себе и делаешь. Ну, еще, ну, я не знаю, ну, не хочется мне. Не заберешь с собой туди. Да не заберешь, да, у гроба кармана. По-моему, цікаво зробити, вкласти в якусь справу, бачити, ну, як ви бачили. Ну, такого не в стране, в другой отобрали бы уже по закону, так, по закону так. Просто. Ты все же знаете, ты деньги видишь. И все, и отобрали, оставили тебе лимон. Да, нет, там 90%, если ты получаешь больше, да, не хочешь, не занимайся бизнесом, да. Ну, разумно. И многие страны, да. Ну, но все открыто, и здесь же знают. Здесь знают. А как же? Тут мы... Ну, если волонтер выступает по телевидению и говорит, что я в кафе там зашел, а там человек отмечает первый миллиард, отмечает, и все же это знают, что он же отдельно не может его заработать. Да. И скажут, это совесть, и все. Ну, это такие слова. Это мы говорят. Не будет... Говорим, да ничего не... Ні, у нас з вами ж є, от совість – це не категорія для нас абстрактна. Це потрібно, ну, я думаю, що це воспитання. Совість вам не дозволяє кинути... Воспитання, треба читати книг в дитинстві дуже багато, щоб діти читали. Читали таких известных авторов, как Майн Рид, Вальтер Скотт, такие вот... Романтика, где, але романтика, что показывает, да, достоинство человека, какие-то рыцарские чувства, чтобы достоинство мужчины было, человека. Ну, много, да, Хемінгуей там... Ремарк там. Та у нас Захар Беркут, почитайте, це просто ще. Вони там надо, да, ну, такі автори. Почитайте це... Франка. Да. Так що і Шевченка вірші. Все. А, Шевченка, ніхто, да. Ніхто не читає. Да. Ми тут часто цитуємо його вірші, його пророчці, ну от на сьогодні вони вкладаються в «Схаменіться, добрі люди, бо лихо вам буде». Це вже аксиматично для тих, хто не може схаменутися, як ви кажете, гроші туди, але для держави ж нічого. Для майбутнього. Ви ну, еще такой майбут... интересный да. Пример. Вот у меня там работал в клубе папа одного из детей. И Фред, я говорю, Фред, а где ты пропал два дня? А я же работаю, я в командировке с ними ездил. Там такой маленький такой бухгалтером работал. Там, и он работал, значит, у него эта фирма Флора и фауна, так. У них был этот... Квиты там, что-то они там... Не, флора на более серьезно. Так. Флора и фауна по всему миру, у них был президент сейчас. Он умер уже старый такой, возглавлял этот клуб.
Ну, я вспомню там. Он рассказывал, ну, как ты там провел время, Нью-Йорк у него там было, мы отмечали, да. Все это. Вот. И я говорю, а где ты пропал 2 дня? Ну, я же езжу, говорит, я собираю деньги по своей фирме «Флора и фауна». Там вчера 50 миллионов набрал. 50 миллионов долларов. Люди донейшнл дают. Донейшнл – это подарок. Так. Просто дают деньги. Вот. Ну, це майбутнє. Ну, мы это знаем. Розвивати. Там Билл Гейтс там отдал, там миллиарды, так, все. Так. Ну, люди отдают, понимают, как это воспитание. Это воспитание. И еще приклад з тих Сполучених Штатів, це уже 3 роки тому, чи пам'ятаєте цю кризу, коли долар міг обвалити всю фінансову систему світову, вони зібралися і 50 найбільш багатих сімей Америки, 50% своїх статків віддали в бюджет держави. У нас може таке бути так на закінчення? І от к этому я ще думаю, ну от смотри, ведь всі, хто крутить от зараз, да, ну не називаю імен, ви одразу знаєте, хто, і такі деньги великі. А що ж, а чим кончилось? Чим кончилось? І що ж тебе вспомнять? Так, тягали Каддафі по вулицях. Разорвали на части, разорвали на части. Мубарак, да. Румынский этот, так. Да, тоже. Так ты ж думай о будущем. Так всех одинаково ждет же, народ же не простит. Народ же не отдаст тебе эти деньги все равно. Ты не уйдешь с ними же. Непонятно это, что ли? И вот на те, не уйдет он никуда, да. Его достанут везде. Где бы ни были, все деньги отберут. Это закон такой, природы. Все памятают. Это закон природы. Спасибо, Виктор Васильевич, за то, что вы так, ну, конкретно. Я ж говорив, що пересічний громадянин, як і ми, України, своя думка. І я думаю, що вона багато в чому співпадає з вашою, шановні глядачі, судячи з ваших відгуків на програму. Тому велике вам спасибі за розуміння і до нових зустрічей в ефірі. До побачення.